Эхо в игре Overwatch. Заметил, у меня мордердеры могли быть без конкассов. Зная себя, спокойно могли быть без конкассов. Недостаточно минералов. Не то чтобы это супер важно, на самом деле, минералов. На этом этапе. Но да, мордердеры были без конкассов. ГСМ готов. Недостаточно минералов. Не это зарешало. Не это зарешало, зарешала неправильная композиция. Минералов. Ну теперь я знаю больше, либераторов буду строить. Начало игры очень хорошо было сыграно. Главное на самом деле, как ты играешь начало. Тот факт, что у меня нет опыта в современный StarCraft, это фигня. Это фигня, этот опыт набивается на раз-два. Вот класс исполнения стандарта, вот это вот. То, что ты на халяву не набьешь. Пришел, приехал. Сбиватель кабинета. Наши КСМ атакованы. Так, я, наверное, обычно проведаю всякое. Еду. ГСМ готов. Тут надо, наверное, притормозить. Кого подлатать? Рипер полетел. Рипер полетел. Шаланды полные кефали. Попитан из Одессы привозил. И все пиндюжники вставали, когда в пивную он входил. Смерть на пороге. Что происходит? Так, хорошо, в принципе. Здесь сразу переползал, плиз. Недостаточно респена. Недостаточно. Лезем. Лезем, лезем. Так. Адептор. Нексус. Нексус, Нексус. Ну, 100 минералов урона, это всегда прекрасно. Здесь и чучка. Так, я не знаю, что у меня там на Орлиге меме. Может, сейчас уже в контру пойти. Завершена. Ой, каков убийца, каков шельмец, каков негодяй. Но мы нанесли, опять же, много урона, это мы красавчики. Честно говоря, если он играет спокойно, даже 150 стоишь, либератор, ёпрст, я теперь понимаю, почему строят его, а не викингов. Так, хорошо, давай иди сюда раз, иди сюда два. Система наведения включены. Давайте что-нибудь взорвем. Так, теперь здесь обязательно надо. База атакована. Наши КСМ. Это что там? Я ж чуть не обкакался. Точнее, справедливости ради, я немножко дрисну. Что же меня так пугаешь, собака? Так, ты полетишь сюда. Ты полетишь сюда. А что, ты рассчитываешь здесь подраться в плюс, что ли? Ух, ни хрена себе! Ты погляди. Ведь белые дни ограбят. На юнитов. Близится освобождение. Хорошо. Ну, вот танка на самом деле надо добавить. Это что за фигня вот это вот? Выкладывай. Точняк.
Кому тут принести свободу? Легко. Что на новенького? КСМ готов. Недостаточно энергии. Я бы такой, чтобы ТЦ-шку здесь воткнуть. Будет недостаточно сделано. Минералов. Недостаточно минералов. Режим готов. Антомарше! Тот юнит, сука, посмотри. Бедняга, блин. Хорошо так, господи, я как перестать орать. Так, на самом деле танк второй нужен? Ну да, второй нужен, почему нет? Хорошо, хорошо, хорошо. Трудовым подвигом готово. Так, что у нас тут? Ой, как обычно, никаких рейдов, никаких рейдов. Капитан не делает. Капитан Убас. Хороший капитан, так себя не ведет. Вот. Давайте сначала перелетим, а там уже посмотрим, что к чему у нас будет. Недостаточно Веспена. Здесь нельзя шруить. Так, здесь все хорошо. Господи Иисусе. Так. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Давай. Минералов не хватает ни на что. Отправляюсь на позицию. О, я туда доберусь. Режим готов. Это что-то очень странное было. Очень странная разведка была. Наверное. Улучшение командного центра завершено. Так, здесь бы... Каналы связи. Я бы такой, чтобы на самом деле нас дома на защите оставить. Провожай вот этого чувака просто. Колонн. У нас что, 1-1? Разработка... Мне не делается вот эта штука. Конечно же надо. Сколько? Так, хорошо. Разработка завершена. Танкассы, конечно же. КСМ готов. Не знаю, что там делает этот чувак. Приказы будут. Выкладывай. Близится освобождение. Я как-то вот, наверное, вот так вот. Давай, удиви меня. Хорошо. Даже немножко помешали ему с разведочем. И это прекрасно. Жду так. Приказаний. Это у нас Control 2. Не хорошо. Кому улучшение. Так, совершенно. Вроде как у меня все хорошо в этот раз. Вижу все под такое, чтобы. Разработка завершена. КСМ готов. Угу. Даже не знаю, но давай как-то так, что ли. Тропнемся. Месторождение минералов выработано. Прошло-поехало. Так, а давай, знаешь что, давайте еще барака так это к 4. Чем вот этим чуваком сделаем вкусняшку. Так, здесь что, колосса? Говорите. Дестабилизаторы. Очень дестабилизирует. Так, мне бы... Так, мне это не нравится. Нет, не то. Улучшение месторождения минералов выработано. Улучшение, пристройка завершена. Хорошо. Да, сэр. Так, нет, я чем больше играю... Так, подождите, мне не нравится либератор, я не успеваю... Передвинуться в нужное место. Хотя нет, знаете. Кто-нибудь вытащит меня отсюда. Ах ты ж собакендер, почему ты так делаешь? Так, значит, здесь. Месторождение минералов.
Работа завершена. Что? Что стрясло? СМ готов. Конец. Месторождение минералов выработано. Наши СМ атакованы. Какого черта? Угу. Здесь вот так вот пока. Здесь 8 рабочих. Перевели сразу сюда. 3, раз, два. Сюда, пожалуйста. Хорошо. Так, мне нравится что? Что мне нравится? Мне нравится, что у меня... Так, газик-добывазик. Газик-добывазик. Ну, как-нибудь вот так вот сделаю, чисто для проверочи. Так, хорошо. Улучшение командного центра так, завершено. Хорошо, здесь мы разбираемся. Так, мне бы надо как-то пихтуру все равно добавить. Но при этом старпорт надо тоже добавлять. Недостаточно минералов. Так, здесь надо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, как обычно, экономику. Ой, да как так-то вообще происходит? Смотрите, как он меня увнет. Иди сюда. Как так-то? Откуда это говно вообще было поставлено? Ой, какие сложные. 1-1, ничего особенного. Ты же ни хрена себе дядька. Какие же зелки упоротые юниты. Так, давай. Так, ладно, хорошо. С этим разобрались. И даже здание будет. Какая прекрасная хрень. Так, хорошо, здесь присели. Чё-то я понимаю, что не я против, я хочу викингов. Просто очень тяжело. Месторождение минералов выработано. Иди сюда. Так, хорошо. Чё-то добывается. Так, готовимся к всякому говну. Но здесь. Есть работенка. Уйди. Так, хорошо. Как скажете. Давай, удиви меня. Так. Так, хорошо. К трудовым подвигам готова. Так, здесь надо готовиться к жопе. Какой хороший юнит вообще. Это как это пробивать? Так, здесь надо... Как убивать его с его говном? Я не представляю.
Я вроде все делаю. Но эта штука меня все равно уничтожает. При этом при всем он играет достаточно слабо механически. Просто делает кучу говен. Я не могу это пробить. Я не знаю, что делать. Пипец. Бумер ПМ, попробуй меня хтиран, он бы тебе больше подошел к защитному костиль для боя, нужны микро хорошие. Чувак. Нет. Нет, к сожалению. К сожалению, ПМа достаточно для того, чтобы... Создан рабочих 90. Я не понимаю. Во-первых, почему у него была настолько дороже армия? Почему? Я же все сделал. Во-вторых, наверное, все-таки... Наверное, все-таки танки. Наверное, все-таки танки. Давайте посмотрим. Он не рискует ничем. Он не рискует ничем, подходя ко мне. Вообще ничем. Я реально должен танки собирать. Либо мины, либо танки. Не знаю что. Вообще ничем не рискует. Гоняет как хочет. Сосыч, нельзя на этом столе. Не рискует ничем от слова совсем. Больше либераторов или танков? Либераторы вообще помой. Но... Ну, либераторов, ладно, да, действительно, может... Ну, блин, они стоят 150 газа. Что значит больше либераторов? Это тебе надо не, ходить, не делать эти... Начало игры целиком полностью за мной. 57-46 на таком этапе отставания, это прям пипец. Вот это просто пипец. Даже надо такое сделать. Сасыч, я тоже тебя люблю. 75-79. Все, он немножко стабилизировался, но это как бы... Даже не знаю, по какому макару он стабилизировался. Сасыч, нет. Нет, нельзя на столе. Так, здесь он начинает меня шатать. Хорошо, 130-157. Ну, тут я не потратил ресурсы. Здесь он первый раз напал на меня. Я отбился более пельмени. 103-105. Он просто разменял войска. Доходы 65-69. У меня лучше, потому что у меня... Здесь он приходит с кучей своего говна и убивает меня. Приходят либераторы, разваливаются. Здесь я уже теряю уже очень много всякой фигни. 47-69. Здесь он впереди сильно по инкаму. Вышел вот на эту нычку. Убивает прям пипец. Значит, по сути, первый раз... Вот тут вот. Вот так он выпускает вихри в толпу и кайфует. Чтобы они убили минимум. Так, здесь он сделал депаут, ничего страшного. Так, 63-67. К этому моменту ситуация... Так, во-первых, армия. Армия у него в разы более крутая. Может быть, я не прав, когда говорю, а почему эти чуваки не улетели? Не улетели. Когда я говорю, что у меня армия, что у меня хороший лимит, у меня лимит говно. Этот лимит говно по сравнению с дестабилизаторами. Кстати, надо посмотреть, что они делают. Сгусток энергии, который существует 2 секунды, затем производит мощный выброс энергии, наносящий 145 урона по области. И 55 по щитам. Ну, меня это интересует, 145 урона по области. 145, значит, он не убивает танк этой штукой. Танк, кстати, 175 здоровья. У него урон 40. Урон 40 и по бронированным 70. Это бронированный. Рейндж его атаки. Интересно, а у кого рейндж сильнее? У дестабилизатора? С 1-0 напал. Здесь у меня плохо дралась пехота. Реально нужно. Ну, реально нужно танки. Здесь краткосрочно у меня армия больше и инкам даже лучше. Господи, что Иисусе, как я после этого-то проиграл? Газ весь улепетывает просто пропаганда. Тяжело, тяжело играть. Куча зелов.
Ну да, зилы как были хорошими юнитами вроде пехоты, так и остались. 150 хп, прям жара. Жара, а не хп. 88, эти дестабилизаторы. Причем дестабилизаторы вырубаются на некоторое время. И он через сколько, какой период? 20, время восстановления 21. То есть он делает свой шар. Если это даже это такая своеобразная мина. Если файтинг идет слишком долго, то дестабилизаторы снова придут и снова будут уносить мозг. Конкорд, дальность 10. Очень странная, конечно, дальность. А дальность атаки в режиме осады, это что такое имеется в виду? Почему здесь написано, что здесь дальность 10? Тут же просто зона. Так, хорошо. Ну, с... Нужен точно какой-то сплэш. И, в принципе, танки сейчас по 40 урона имеют. По 40 урона имеют. Я даже не знаю, чем танков так-то пробивать. Ну, имморталами, да? Ну, имморталы хотя бы... Это значит то, что он будет не строить дестабилизаторов, да? В своих работах, заводах робототехники. 275, они стоят дорого. Дестабилизатор стоит по 150 газа. 150 газа он стоит... Два дестабилизатора равны одному колоссу, по сути. Только 100 газа добавь. Офигеть, Андрей, когда у него нет колосса, викинги не нужны либераторы с дальностью именно контрят дизов, так как им для выстрела нужно подходить к пехоте ближе и огребает от либераторов. Но их нужно перераскладывать постоянно. Хорошо, попробую сейчас с либераторами чуть более активно играть. Без викингов вообще тогда получается. Просто как бы не будет ли такого, что я настрою либераторов, а он меня просто снесет. У них 180 здоровья. И раскладываются они... Подожди, а я могу сделать здесь тэчлаби грейд на раскладку же, да? Меню, справка. А где справка? Видимо, не здесь. А вот справка, 12. Значит, войска тиранов. Технологии тиранов. Технологии тиранов в тэчлабе. Я не могу посмотреть, какие грейды могут здесь быть. Очень долго. 75, кстати. Если ты не делаешь грейд на освободителей, то они зилот, они ваншотают, эту шотают. Это, кстати, важная тема. Архонты 350, как обычно. Может быть, все-таки танки тогда? Почему не танки? То есть у танков 40-75. Почему не танки? Почему я не хочу танков? Почему не танки? В ядре синтеза грейд делается. В ядре синтеза грейд на рейндж делается. Ладно, хорошо. Ну, давайте просто поэкспериментируем. Почему не танки? Почему не танки? Почему не танки? Если танков сейчас по 40 урона по стандартным юнитам, они разваливают сталкеров, они бьют по сентрям, они убивают колоссов. Почему не танки? Я думаю, что танки. Нет, немного викингов нужно, если есть колоссы. Если их нет, то викинги почти не нужны. Да, самое важное и в био это харас и агрессия. Ты очень долго сидишь на базе, копя лимит, а враг халявит спокойно под тебя, подстраиваясь. Ну, то есть, хорошо, а тайминги у меня какие? Тайминги какие? Я делаю в начале игры...
Я делаю 30C. У меня лучше, он не халявит. Я был лучше, чем он по экономике. Зилоты вбегают в войска, танки сплэшом их убивают. Танков можно переконтролить. Танков можно переконтролить. Это нормальная тема. Почему не танки? Почему либераторы? Почему либераторы мне нужны? С раскладочами, наверное, это хорошо. В начале игры побегать тоже, наверное, хорошо. Твои тайминги, когда завершаются апгрейды? Какие? 1-1 или 2-2? Потому что 2-2 у меня, например, не было. Танков убивают все либераторов, только сталкеры. Танков убивают все либераторов, только сталкеры. Ой, ТВТ. Я, кстати, не знаю, как сейчас хорошие мальчики играют ТВТ. Вообще не знаю, какие у них там билды. Наверное. Ну, Reaper CC классический. Это, конечно, да. Дальше. А! Недостаточно минералов. Равенами, наверное, Недостаточно локоть, минералов. всякое говно. Чего пугает? Недостаточно И быть минералов. агрессивным. Марики танки. Недостаточно минералов. Недостаточно У меня, минералов. Саша, где же мины? А я не вижу смысла в минах. Готов. Я не очень понимаю, зачем они. Вот единственный, кто триггерит мины. Белхафа. Единственный, кто триггерит мины, у него это зилоты. И зилоты вносят их в Дополнительные. пехоту под чаржем. То есть зилот подошел, увидел пехоту, стриггерил мину, нажал чарж, и эту мину принес в пехоту. Мины, если оппонент знает, где находится, дестабилизатор может просто шпякнуть и уйти, например. Почему у меня, кстати, не работает музыка? Альтап. Ой, борода. У меня, кстати, что за дела? Кстати, заряд. Недостаточно виспена. Недостаточно виспена. Заряд мышки кончается. Недостаточно виспена. Поднимаю. Хорошо. Осек. Блин, надо сначала походить. Что Походить. происходит? Ах. Слышь, как обычно играл. Улучшение командного центра завершено. Что происходит? Смерть на пороге. Недостаточно виспен. Так, здесь надо Марика, наверное, чтобы если придет его Рипер будет побеждать, то я смог бы его подконтролить. Ну, он, скажем так, так, я пока не знаю, что у меня там происходит, поэтому сейчас регеню. Я за регеню пойду, потыкаюсь. Поддержал нас от точку и сообщает, кто наш чемпион, кто давит интеллектом. Ой! Спасибо большое тебе, Архрейсит ТВ, но тут такое дело, что я просто взял из фидона только что катку. Прямо взял и сфидонил. Под твою соточку. Спасибо за соточку. Так, после Пристройка этого. завершена. Улучшение командного центра завершено. Отлично! Так, здесь. Ты куда? Пристройка завершена. Так, здесь. Ну да, ты полетел сюда, конечно.
Так, здесь после этого надо будет надо помариновать, наверное, этот один немного. Угу. Так, хорошо. Близится освобождение. Это Ctrl 1 надо сюда куда-нибудь. Так, здесь пом-пом-пом. Пом-пом-пом. Давай, удиви меня. Что приказали? Режим готов. Так. Делаем вид, что мы делаем грейд на Баншей. Помощь нужна? Конечно. Меняем грейд на Баншей. Говорите. Как скажете. Запускаю двигатели. Так, хорошо. Что тут освободить? Легко. Хорошо. Ух, нифига. Так, мне нужен тоже этот. Упс. Упси Дейзи. Хорошо. Как-то отковырялись. Очень позорно, но отковырялись. Он нанес много урона. Так, хорошо. Здесь вот так вот пока. Но я, в принципе, тоже не самым позорным образом. Нет, я позорным образом достаточно. Так, хорошо. Здесь надо просто, чтобы у меня было хоть что-то. Недостаточно ли стены? Угу. Недостаточно. Очень пассивненько, на самом деле, зачиниваем этого чувака. Пристройка. Appreciate. Так, 4, хорошо. Пристройка завершена. Отлично, как-то отковырялись. Хорошо. Экипажу занять боевые посты. Поправ, хорошо. Так, нормально.
Чак, ну что сразу пузико-то? У меня пузико целованное. Что сразу? Так, сосочно шерстил, как обычно. Так, Протас. О, Mythic Booty, отлично. Mythic Booty. Я даже не сразу понял, какой он гений. А, отлично. Протас это то, что нам нужно. Сейчас постараемся танков просто делать. Марики-танки. Марики-танки, мародеры даже не нужны. Зилотов убиваем крит-массой. Колоссов и все говно контрим танками. Заказ песенок из твоих аудио работает? Ну, только если с копами, наверное. Если хочешь, чтобы это заказать, то просто с копом каким-то, с этиком, я табнуть поставлю. За сабы я сейчас на стриме по хайсику сделаю. Сегодня же не формальная трансляция, я просто игрирую для себя. Так, ЛХФ. Рам-па-па-пам. Мне не нравится то, что он вообще ничего не разведывает. Не очень мне нравятся чуваки, которые не разведывают. Ладно, все. Рам-па-па-пам. Так. Недостаточно минералов. Ну что? Наши трессы атакованы. Это ж какой ты метросексуал. Что происходит? Улучшение командного центра завершено. Какой ты неприятный. Нашел. Ну, он и задержал ЦЦху, он и выиграл время для... дерьмо. Очень неприятный юнит. Очень неприятный юнит. Так, хорошо. Так, здесь, кстати, хорошие мальчики ставят бункер, потому что протосы дикие. Слушай, по поводу диких протосов. Что мы тут? Может быть, почекать можем, что? А ты ж какой жадинка, а? Так, здесь сразу делаем вот это говнилово. Какой ты, а? Какой ты? Какой? Недостаточно энергии. Так, Ctrl 6 летит сюда. 2 летит сюда. Недостаточно виспена. Либератор. Либератор. Так, ну хорошо. Так, хорошо. Система наведения включена. У меня есть защита от всего дерьма. В Early Game.
Я не знаю, что у него по третьей нычке, но я полагаю, что скорее... Скорее это какая-то призма или еще какая-то жесть. Так, хорошо. Хорошо, мы не жадничаем. Не жадничаем. Вроде бы, да? Не жадничаем же. 2 адепта. Запускаю двигатель. Так, да. А, здесь. Запускаю двигатель. Внимание! Идеально! Так, хорошо. Феникс. Феникс и полноценное количество. Окей, понял. Что делаем? Само собой, ничего особенного. У него фениксы. Значит, для меня закрыт Аир. Скорее. Скорее да, чем нет. И при этом, при всем, мне, в принципе... Вот, кстати, да, феникс автотанки не контрят. Собака. Ну ладно, сделаем... Недостаточно. Сколько? 5 уже. А, ты ж собакендра. Иди сюда. Все, раздолбили собака. Хорошо. Угу. Ну, тут он, конечно, нанес много урона экономического. Но пока он не вышел... Пока он не вышел на третью, а я что-то да сделал, у меня все хорошо. Так что я скорее просто сейчас в суперскорости начинаю восстанавливаться. Танков не забываю добавлять. Минералов. Потому что я хороший мальчик. Хорошие мальчики все добавляют танк. Недостаточно минералов. А я не построил этот? Ой, какой я вот. Это на самом деле все еще от него идет достаточно агрессивная бурбуга, которая, в принципе, мне не важна. Требуются дополнительные фраги, недостаточно минералов. Что происходит? Недостаточно энергии. Требуются дополнительные хорошо. Так, хорошо. Хорошо. Так, хорошо. Все, надо выходить на третью нычку. Какая у нас третья нычка? Вот это золото? Господи, Иисусе, серьезно, золото? Супер, мега, жуткая хрень какая-то. Так, здесь, наверное, как-то... Здесь надо проверить вот эту нычку. Так, так. Да, хорошо. Здесь надо доделать дополнительное ЦЦ. Здесь Марик будет на патруле вот так вот. Здесь надо разведать вот сюда. Так, здесь... А что, здесь куча минералов, но при этом при всем нету. Что происходит? Здесь нельзя строить. Очень странная хрень. Здесь
куча минералов, но при этом при всем нету. А как ты будешь здесь? Блин. А есть смысл тогда в... Лола, где у тебя... Так, вижу адептов. Это не страшно. Да пожалуйста. Реально нету. А кого ты строишь? Куда летим? Пытаюсь схалявить по нему. Схалявлено на пятерочку. Так. Так, хорошо. Что происходит? Так, здесь надо перелетать блинцом. Я до сих пор не очень понимаю по композиции его войск. Надо как-то вот так вот чекнуть. Сука! Он с двух баз это говно еще при этом при всем делает. Так, все хорошо, танки больше не добавляем. Так, теперь летим жопу в мыле, старпортировать нормально. Он играет с двух нычек. Он играет с двух нычек. Возможно, он играет с двух нычек. А возможно, я просто чего-то не разведал. А, так что давайте-ка... Так, Тор уже тут. Тор. Морпехи. Викинги. Так, здесь... Тор сюда с Грейдом в атаку. Здесь... Так, 2-2. Не, ну здесь я по экономике-то в хорошей ситуации. Как бы, да, он, конечно, красавчик со своими... со своим говном. Вот, ну в общем и целом, да. Иди сюда. А какие касты сейчас у Мадершипа? Так. Хорошо. Пилон одинокий. Как батоны, брат, с 0-0, с 2-1? С чем там у тебя батоны? Так, здесь надо вот так вот. А почему у меня этот чувак не вредился? Что-то как-то правда. Так, ёпрасота. Тор, давай, иди сюда. Да что ж такое-то? Реально очень душный товарищ. Ну не, ну мы должны его перефармить. Перефармить просто потому, что у нас больше говна. Нычки я все проверил.
Так, что мы здесь можем что-то сделать? Так, ёпрасота. Так, все, я понял вас. Я не готов. Пошли сюда. Так, здесь так, здесь так. Бригады будут вооружен и опасен. Высылайте подмогу. Куча зелов без мыла. Из Десартоси Спайла? Три три успеют доделать салу. Нет, не успеют. Ровно не успели 3-3 доделаться. Но у нас типа генеральное сражение, которое я не должен проиграть. Недостаточно минералов. Давай, удиви меня. База атакована. Так. База атакована. Че, он вернулся? Окей. Так, мне танки не нужны, поэтому танки я выкидываю из повествования. Они гоняются на Ctrl-3 по всей хате и убивают всякое дерьмо. Пошел качественный размен. Хочу! Чем порадуем? Кто у нас тут адепт один? Война на пороге. Сколько можно сидеть база без дела? Война на пороге. Так, здесь остановиться и починить все. Так, ну нормально. Выкладывай. Давай. Что такое? База атакована. Ой-ой-ой. Приказы будут. Угу. Отчиниваем все. Чё по танкам-то? Он что, вот здесь вот что ли занял нычку? Господи, он здесь где-то, наверное. Он, наверное, сюда передропался и здесь добывает. Да ведь он душный. Так, я должен за ним бегать, на самом деле. Так, где же ты можешь быть? Положи. Так, хорошо. Хорошо, я знаю, что сделать надо. Надо взять один этот и увезти сюда. Не-не-не-не-не-не-не-не, Саша, это полная фигня. Мариков не трогай, просто один
Медевак. Здесь ходим, гоняем его к хату. Хорошо. Что у меня викингов маловато. И что теперь? Выдвигаюсь. Провожающие потерь. Жду не дождусь. Скорую помощь вызывали? Так. Подтверждаю. Сколько можно сидеть без тебя? Хорошо. Вооружен и опасен. Я воронку делать будем. Уже в пути. Какой он неприятный. А, вот так вот он вышел сюда. Так. Недостаточно минералов. Куда стрелять? Вперед! Скорее всего, он сейчас приведет этих своих. Приказ получен! Почему он, кстати, не привозит? Ага, вот они. Хорошо. Давай тычку. Так, напал авианосцами. Блин, он хорош на самом деле. Требуется дополнительное хранилище. Рабочих он мне переколбасил всех, собака. Так, ну мы хотя бы видим, где он. Кто должен быть первый? Первый должны быть... Мариков надо, кстати, не перестимпачить, не дай бог. Викингов мало. У меня 72 лимита. Блин, ну я могу проиграть, на самом деле, вполне. Сейчас, в принципе, как-нибудь вот так вот выйду. Конечно. Так, здесь... Меня, кстати... Я потом вынужден буду, когда он добьет последнего юнита, я вынужден буду поставить... Надо уже прямо сейчас сделать. Я вынужден поставить здесь... Так, он видит, где это. Лол, он меня убьет. Я сейчас это понимаю, что я подливился. Наши КСР атакованы. Все. Все. Идрис, он меня переиграл. Последний юнит, что у меня есть? Сейчас здесь будут. Да, у меня просто тыкает в него и все. Ай, господи, как я умудрился это проиграть. Что здесь? Как? И здесь халява стоит. Ой, да тут вообще у него... А как я... 15, 10, 11... А как я вообще это не перебил? Так, подождите. Как я это отдал? Ладно, хорошо. Хорошо, значит, он пошел... Мы пошли в размены. Давайте. Он прилетает мне сюда, и я очень сильно расстраиваюсь и иду убивать ему... Сейчас... Он прилетает мне сюда. Я сильно расстраиваюсь. И иду убивать. Иду в бейстрейд. Тут, кстати, вот это вот вообще трындец было. Как я не понял, что он вот так вот сделал. Непонятно. Давайте с этого момента смотреть, что произошло не так. У меня вот столько викингов. Они с... Я, кстати, не доделал себе 3-3. Это просто трындец. Вот это у авианосцев. А что у нас по армии? У авианосцев просто невероятно. Блин, ну вообще на самом деле играет с двух баз, а стоимость армии у него выше. Кто-нибудь мне объяснит, это как? База атакована. Улучшение. Не могу сказать, как это вышло, но это как-то вышло. Тут я оставил чуваков. Это, кстати, они потом умрут на халяву.
на халтурку, так сказать. Ой. Блин, если бы нормально тут торы были, то можно было бы... Он уже здесь добыл, кстати, к этому моменту. И я оставил вот этих двух пробок, зацените. Зацените, какой трэш. У карьеров, конечно, ДПС без комментариев, ДПС у карьеров. 124-129. Я бы даже сказал, что у меня пока что... Господи, вот эти две пробки, ребята. Вот эти две пробки выиграли ему игру. Вот один адепт. А, не, подожди, у него тут вовсю уже все добывает. Мама дорогая. Летает карьерами. А сколько у него карьеров? Куча карьеров. Викинги без грейдов. Подожди, а как давно эти у тебя нычки? Ну, только поставлены. Свежачокс. Но у него есть экономика, это самое важное. Блин, викинги без грейдов. Полный-то басрамс, конечно. Причем, если бы танки на самом деле поехали вниз, я бы убил вот это и... Но у него тут 3400, вы понимаете? Это на самом деле он скорее даже уже просто ужасно как-то. Значит, вот он делает авианосцев, он теряет перехватчиков, но он перехватчиков исполняет. Технически авианосцы, переносные, переносные эти, сливатели минералов. Он влетает, начинает все убивать. Да, я трачу... Дальность 8. Дальность 8. А у викингов дальность 9. Угу. Значит, он здесь ставит халяву. Я здесь размениваюсь, вообще не понимаю, хорошо или плохо. Но учитывая, какой у него запас по всему говну, на самом деле плохо. Потому что я не... Не я, не он... Подожди, нет, стоп. Ни я, ни он не могут строить. Нет, почему? Я не могу строить, потому что у меня минералов ноль. Он-то как раз-таки может делать все, что угодно. Он Нексус непонятный делает. Вообще, я со своими викингами... Ну, я подщелкиваю более-менее батоны. На наши зомби напали. Танки приезжают, танки убивают. Дофигачивает лимит, выравнивает, кучу тут пилонов ставит и восстанавливает всю эту дерьмишку. Ну, тут уже я просто... Тут фишка в том, что я решил пойти в бейстрейд. Я двигаюсь резко медленнее и наношу резко меньше ДПС. То есть, как бы можно было танками бы отдельно походить можно было бы. Но вообще, я как бы выйти от базы не могу, я должен был бегать за его войсками. Ну и да, я тут он через стык просто убивает. Броня 4. А у меня сколько урона? Бронированным 14. Но я все равно, на самом деле, наношу, будь здоров. Ах, против кореев хорошо мины работают. Как они хорошо работают. Он же выпускает перехватчиков, перехватчики перехватывают мины. Он, очевидно, он сделает all-in, а ты тратишь на экономику деньги. Да, честно говоря, как бы, понимаешь, нет. Он должен был добыть вообще резко меньше, чем я. Ну, к этому моменту он уже добыл больше, чем я. Понятно. Я понял. Лажица, конечно, вышла. Ну и третью нычку, наверное, все-таки надо не золото занимать. Я не знаю, как там добывать нормально. По-моему, золото прям пипец. Тяжело-притяжело защищается. И взрывает сразу кучу перехватчиков, потому что перехватчик летит после атаки назад. Мина взрывает сразу кучу перехватчиков, потому что перехватчик после атаки летит сразу назад. Так и чего толку-то? Ты убиваешь перехватчиков, он отступил и восстановил их. Теми же самыми викингами сам напасть. О, Максон, здорово. Теми же самыми викингами напасть в голом поле без поддержки ты напасть не можешь. У меня грейды были плохие, конечно. Да, конечно, торов построй, их переделай, сбоку защитись. Жуть вообще. Ой, что это за карта? Я вижу.
тут недостаточно убирать. Минералов. Недостаточно. Не хочешь минералов. Пострелять? О, тебе дали? Минералов. Тебе дали пропуск? Да, конечно, сейчас пойдем. СМ готов. Конечно, пошли. Что происходит? Вдись пока заползай. Недостаточно минералов. Нет. Сука. Что ты пишешь-то тогда? СМ готов. Бесишь меня. Нет. Ну ты и очко. Я не про Валорант. А, про орешек какой-нибудь. В принципе, можно форфунчик сыграть разочек. Недостаточно минералов. Как это что такое? Быстрое проберто. Чего пугаешь? А? Это безумие! СМ готов. Понял. Выкладывай. Есть. СМ готов. Ну да. Так, хорошо. Проверяем всякие непонятные халтуры. От Артура. Защищаться здесь, конечно, пипец тяжелямба. Ну и запрыгивать зато есть где. В принципе, и громба. Так, сейчас подожди, давай вот здесь вот проверим. Что-то, по-моему, здесь прям сам Бог велел запроксировать. Если бы я проксировал тут какой-нибудь. Дроп говна. Классический. Как вы это любите? Что тарковать? О, не, я в тарков уже не умею играть. Сложная игра. Ой, стоп, просто приземлись. Господи, ну и узенько тут все. Недостаточно энергии. Ладно. Какой быстрый. Какой злобный. Какой весь все в нем плохое. Не вопрос. Нет ничего про... Кому перерезать глотку? Ага, можно подглядеть. Ну ладно, ладно, ну что ты, ну не хочу я подглядывать. Могу я без этого, могу. А, подрезал Проберто. Роберто, ты было убито. Сентриа, смотрите, что творит. Что творит. Давай тогда. А, валим. Тазы валят. Так, Сентриа. Это что за фигня? Недостаточно энергии. Что стрясло, а? Кара небесная. Пристройка завершена. В принципе, хорошие мальчики делают бункер, но я настолько обосрался с... совсем, что лучше поставлю просто дополнительную хату. Вот так вот я порешал. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Это разведка гулем. Недостаточно минералов. А, реакция шлангуста. Системы наведения включены, давайте что-нибудь взорвем. Давай. Смотрите, нас преследуют. Требуются дополнительные хранилища. Так, ну тут понятное дело надо. Дополнительные хранилища. Кстати, надо реально вообще все тут обтыкать хранилищами, потому что они совсем дикие. Дикий, дерзкий, как пуля. Дерзкий. Опсно. Ты у нас Ctrl 2. Ctrl 1. Так, а я чё? А, ну я supply block, конечно же. Как настоящий самец. Надо будет отойти немножко. Недостаточно энергии. Что у тебя здесь?
Да, архивы тамплиеров. Заархивируй. Разархивировано. Ах. О! Обожаю такой гон, смотрите. Свалили. Говорите точно, сколько вешать? Недостаточная пристройка завершена. Так, 17-16, хорошо. Так. Можно уже здесь. О, хорошо. Так, тебя оставляем. О, смотрите, каков. Беги, брат, беги. Беги, брат, которым управляют. Так, там архивы тамплиеров. Мне, в принципе, насрать. Ну, надо... А чё у меня по виспену? Чё по виспену-то? Чё по виспену-то? Чё по виспену-то? Брат. А ты чё, почему афукашишь? Так, а куда мы пойдем? Третья ночка. Вот она у нас будет. Ну, поехали. Кстати, я знаешь, что я понял? Что я здесь тусуюсь? Надо вот так вот. Так, ты оставляешься дома. Ты остаешься дома защищать всякое говно. Трудовым подвигом готово. Мне, кстати, 1-1 скоро доделается. О, привет. Подсвети это. Разве... Надо было разведать, что тебе сейчас дадут трындюлей. Недостаточно энергии. Так, здесь. Так, здесь надо сюда. Здесь надо сюда. Разработка завершена. Так, что у нас здесь? Здесь надо грейд на атаку, точно. Потому что у меня танки. Здесь надо турурель. Здесь надо плюс 4 барака. Барараки. Барараги. Ой, какой фейл. Винт есть, а если найду? 1-0? О, брат, 1-0, это ты как бы не таймингово, не таймингово. Угу, понимаю. Понимаю. Так. Чу-чу-чу. Ла-ла-ла. Снова вместе, снова рядом. Так. А чё по газу-то? Чё по газу газочку? Газюшечки. Так, хорошо. Войскам вот они. Поехали. Поехали, подеремся, брат. Мне сейчас 2-2 доделается. О, смотри, пошел. Пошел, поглядите. Каков? Шелемец. Ну давай. Месторождение минералов. Кто-нибудь вытащит меня отсюда. Завершено. Брать с дороги. Приказы будут. Что на новенького? Вызывайте подмогу. Ой. Не, мне чужого не надо. Улучшение. Так тут бы надо. Завершено. Так. Максимус какой-то дикий на самом деле. Ох ты же ежик, как же так выходит. Так, давайте точку сбора, это в хорошее место. Хорошее место, это не в плохое. Мне бы не в плохое место, а в хорошее.
Так, ладно, Максимус здесь не пойдет. Максимус сюда не пойдет, Максимус Гуру обойдет. Это что за покемон? Пошел нахер! Ой. Ага. Погнался за танками, все поймал. Я понимаю, понимаю. Догнано. Тут, слушай, надо вот эту дырочку... А, здесь нельзя пролезть, ёпрсоте. А я такой, типа, ползу, типа, у меня все шикарно. Максимус хотел поймать танки, а поймал 2-2 тайминг. Грустная история. Не поняла. Канал зашифрован. О, нормас. Пацаны, идите сюда. О, иди сюда, смотри, батюшки, матушки, смотри, как дамажит. Как дамажит, как дамажит. Тащим-то с танками попроще будет. И тут надо так. Так. Максон скрытый старкрафтер. Да, я стримлю в 4 ночи. Ну, это так, чисто для себя. Ну, господи, боже мой, 78 АПМ. Тянул руку за мотыльком, а поймал кок. Ну, он да, но он тут напал вообще совершенно. Танки хороши, короче. Там, кстати, теперь у всех стримеров есть возможность включить дропсы по Валоранту. Так что, если задумаешь, то зрителям должно быть довольно много. У тебя не многовато лап на бараках? Я люблю очень. Ну, на самом деле, многовато. На самом деле, многовато. Ну чё, лимбас? Лембас. Лембас с маслом. Поехали? Во что ты хочешь? В хунт или в этот? Ладно, тащим бы, у меня еще 4 часа червя, держись тут. Да, Гравди, там самый-самый шикардос вообще. Самый шикардос, мне очень понравился вчерашний червь. 6 утра проведу. Да не-не-не, я скоро спать. Я в 5 у меня завтра трансляция, значит в 5 не надо. Из двух стульев выбираю орех. Ну пошли поорехируем. Средний АПМ вырос на 5 за неделю. StarCraft началось обновление. Так. Apex. Так. А это что? Орех? Это Apex Legends. Кстати, знаешь, я вот сейчас так подумал, там, скорее всего, какой-то патч, да, наверное, на Apex. А я его не запускал просто миллион часов. Enlarge your IPM на 5 сантиметров. Для этого надо всего лишь двоеточие. Так, обновление Origin. Начинаем с того, что у меня обновляется Origin. То ли дело хунт. То ли дело хунт. Хунт даже обновлять не надо. Потому что, ну, если игру не поддерживают, значит ее не надо обновлять, правильно? Я уже даже забыл, что такое Origin. Там всякие Star Wars пиарятся. Вообще, если так подумать, FIFA. А Battlefield изначально EA-шный или нет? FIFA и Star Wars это же просто чужие франшизы, которые они просто купили. Я пиратствую FIFA, так как не игра онлайн. Слушай, справедливости ради, я вообще не понимаю, кто хочет играть в FIFA. Вот, серьезно. У меня есть братан, который просто очень далек от компьютерных игр вообще. Ну, был братан, потому что сейчас я с ним не общаюсь. Школьный товарищ. Который был далек от компьютерных игр. Если играл, то играл в FIFA. Вот, короче... Так. У меня качается обязательное обновление Apex Legends. Е-бой.
Какой-то патч. Насколько большой? Нет, лысины все так. Лысина все так от это отражается. Смотрите. Лысина рефлектирует. FIFA это единственное, что можно играть на плойках. О, он 7 минут качается, все в порядке. Ты Дубенский сам добивать будешь? Слушай, не знаю, хотелось бы, но расписание тяжелое. Вот так вот. Как бы, чуваки хотят Хардстоун, а все остальное... Чуваки хотят Хардстоун и куча альтернатив. И я уже даже в некотором смысле не успеваю играть альтернативы. Я вышел на 5-2, ну стараюсь выходить на 5-2. Можно пока анекдот заказать? Конечно, заказывай. Вот. И... Я просто не знаю, когда это впихнуть. Мне, если бы у меня был маховик времени, я мог бы себе вытащить какие-то определенные сутки, я бы с радостью это сделал. Так, анекдот от Даватара. Сейчас. В Дагестане остановили женщину, пьяную женщину за рулем. У нее не было прав, в том числе и водительских. Нормально? Нет, сам без стрима, в смысле. Ну, Грейжен и Дум 2 я не буду. И в Грейджен и Дум я не буду без стрима играть, потому что это типа чисто стримерский. А свой, типа Дум 1 когда-нибудь доиграю. Ну вот сейчас я залипаю в StarCraft, Террарию, так что мне не до Дума. Извинись. Не перед кем извиняться, все на карантине сидят. В смысле, чего я не знаю, орете это? Вы так говорите, как будто Дагестан это не Россия. Давайте я перефразирую. В России женщину остановили за вождение не в трезвом виде. Террария божественная. Как тебе Террария? Слушай, на удивление, очень приятная игра. Я пока что еще ничего не понимаю. Я опустился на уровня какого-то льда. Я добыл свой первый алмаз. Я при помощи бомбы добывал красную руду. И пока что максимум, с кем я дрался, это Грагатун, у которого 170 хп, и он типа в щит какой-то уходит. Вот. Ну пока что, ну только не спойлерите, что будет дальше, я пока что не понимаю. Вот это прогресс. Вот, я опустился, я нашел штуку, которая легендарного качества, ну, оранжевенькая, которая показывает, насколько я опустился. Я опустился на 1200. Где питомец? Питомец спит в позе куропатки. Вот. Вместо призыва питомца покажу вам просто питомца, который спит в позе куропатки. Вот. Качимастер ДД8 и Сасыч спит в позе куропатки. Вы не видите, но у него там лапка. Сасыч. Саски. Черта с два, короче, спит он. А как можно одной рукой катать в PUBG StarCraft, а другой деградировать в Minecraft 2D? Во-первых, я и в StarCraft деградирую, и в Террарию деградирую. А я еще не вижу никаких проблем. А почему я не должен? Террария очень хорошая игра, я всем ее настоятельно рекомендую. Я когда зашел первый раз в Minecraft, у меня не было такого восторга, как от Террарии. Честно говоря, выбирая между Террарией и Майнкрафтом, я, наверное, пока что выбрал Террарию. Там просто очень много драк. Классных. Прикиньте. Сейчас скажу. Мы, короче, в Террарии с Олькой спустились под землю. Потом пришла какая-то ночь кровавой луны. Вся вода стала красной. Мы испугались, пошли домой, пришли домой. А там зомби, суки, наши двери открывают и вламываются в хату. У Ольки зеркало, которое позволяет ей телепортироваться домой. И все. Где же твое чувство элитарности? РТС, мастер рейс, все дела. Нет.
Понимаешь, ты не элита, если чтобы чувствовать себя элитой, тебе надо быть мастер рейс, понимаешь, все очень просто. Щедрость королей. Так, ну у меня почти докачалось, Слим, так что буквально через 3 минуты можем уже начать. Папа, в твою квартиру можно считать конохой? Да. Только что спидранили Зульфарак после мирового сообщения 20 минут до ребута серверов. Я могу советик дать. Какой советик? Кстати, никто не знает, когда там снова по Сабнаутике. Они ее очень медленно, вяло выпускают, но пока что нет. Вы на хардмоде в Террарии или стандарте? Стандарте. Нет смысла на хардмоде, может, первый раз мы только щупаем игру. А, по Террарии? Да не надо, я думаю. Так, ладно, у меня там 2 минуты. Сейчас я пока авкну. Я могу поставить что-нибудь хтоническое.